Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт магии и наслаждений. Сегодня мы смотрим онлайн-расклад на тему «Подноготная вашего партнера», то, чего о нем не знаете. Для того, чтобы этот расклад был максимально на ваши отношения, попробуйте настроиться на канал между вами и партнером. Итак, с кем тусит ваш партнер на данном этапе? Ну, партнер тусит с вами. Он вам говорит о браке, семье. У вас на этой почве конфликтная ситуация. Он злится, что вы никак не верите ему, что в конце концов он строит только с вами отношения, да? И он упорно делает все, чтобы эти отношения сложились в сторону брака и семьи. И хочет, чтобы вы ждали только его, чтобы вы ему доверяли, чтобы вы ему верили. С кем спит ваш партнер? Ну, в иллюзиях он спит с вами. Да, у него иллюзии, фантазии сексуальные, как бы, на вашу тему. С кем живет ваш партнер? У него есть какие-то прошлые отношения, в которых он находился. Это может быть брак, это может быть прошлое отношение, да. То есть кого-либо у него нет, он сейчас находится один. У него огромное накопление сексуальной энергетики, которое он выливает на вас, да. И поэтому здесь очень страстные отношения, переходящие от страсти до романтики. Кому душу изливает? Ну, вам. У вас конфликтная ситуация, он изливает вам, пытается вам что-то доказать. Вы включаете королеву мечей, командуете, не доверяете ему, шпыняете его, там кучу ему всяких колючек кидаете, да, то есть вы пытаетесь вывести на эмоции. Кому любовь предлагает? Так, смотрите. Ну, я бы сказала, он предлагал долгий период вам, потом у вас были какие-то разочарования. Но все равно он как бы опять возвращается в эти отношения, в этот ваш союз, говорит вам о браке семьи и говорит достаточно серьезно, да, то есть он хочет счастья совместного. Кто в мыслях его витает? Витаете вы, когда вы будете вместе, когда у вас будет романтика, будет доверие. Но витают и страхи определенные, да, что вы очень любите себя любимую. Но все равно, знаете, он думает, вот он будет заботиться о вас, дарить вам любовь, счастье, подарки. И в семье вы ему будете дарить взаимно. То есть он немножко вас побаивается. С кем строит планы на вечер? На вечер он будет опять с вами общаться, опять заботиться, опять с вами говорить о браке, семье. О ком позабыл? Так, позабыл. Смотрите, здесь у вас... как бы вы только в партнерстве. Здесь нет никого, с кем бы он вообще тут что-то строил. Здесь есть момент, что он позабыл о бывшей жене, которой вкладывал деньги. И который, может быть, как вариант, до сих пор какие-то дает деньги. Кого кругами обхаживает? Обхаживает, опять же, вас, чтобы не было других партнеров. Кого на судьбу оставил? Так, кого он тут оставил на судьбу? Смотрите, несмотря на ваши конфликты и периодические разрывы, его все равно тянет исключительно к вам, да. То есть, чем больше вы ему морочите голову, тем больше он в эти отношения влипает и влипает, знаете, как муха в паутине. Чем больше он дергается, тем больше он прилипает в этих отношениях. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.